Еще как-нибудь пересчет, да?
Вихрь от барабанов отвечает. Кто напоминает эту карту, задает его техническая часть, это Дарбука. Значит, Дарбука, барабаны, табла, еще называется эстетичный, если не запомните Дарбука, это табла, его не надо брать на все остальное, весь оставшийся танец. А от силы где-то пусть будет осилить минус. Ну, достаточно хватит. Затем вы можете по желанию добавить кусочек народного танца. Может быть саиги, может быть хаиги. Вот. А затем вы даете финальную часть. В хореографии она называется рисовкой, да? Финал. Красиво заканчивается танец. И на этом надо обратить внимание, как у нас говорят в артистическом мире, обычно по профессии я прямо артиста, вот, говорят то, что исполнилось все, если ты не сделал красивый поклон, все идет на смарт. Какой-то этика на сцене, эстетика обязательно, это уважение прежде всего к зрителям, которые пришли на вас смотреть. Теперь у вас находится аксессуар на полу, да? Шарфик. Надо подойти, красиво взять этот шарфик. Если имеете вот шарфик, он остался. Да. Значит, вы должны поклонились, или поклонились, красиво остановились. Уходим назад, отходим немножко, благодарим зрителей. Хочу акцентировать ваше внимание на то, что никогда не надо делать. Ни в коем случае. Женщина Востока, в большинстве случаев, она никогда не кланялась и никогда не делала реверансы, присущие мужчине в среднеазиатском Востоке. Это Таджикистан, Узбекистан, это они делают. Просто повернулись, сделали и закончили. Спасибо. Закон хореографии никто никогда не отменял. Я думаю, что не отменит. Это присуще тоже передансу. Закончили. Затем вы идете к шарфику. Не надо идти вот так вот. Вот так вот садиться, брать шарф. Ни в коем случае. Вы отходите красивенько назад. Вот шарфик у вас. Вы его красиво левой ручкой берете, сделаете вот такой поворотик и уходите. Так как платочек, платок вообще считается символом женщины, она покрывает голову. Это должно быть святое, точно так же головной убор мужчины. Вот это по постановке танца. Чтобы вы знали, на следующий год на всех мероприятиях от ДО до чемпионата будет акцентироваться все на композиции. Теперь хочу сказать, девочки, очень большое внимание надо обращать на индивидуальность танцовщицы. Не делайте с танцовщицей клоуна. Вы все равно не сможете. Она просто потеряется. Она не сделает ни свое, и ни ваше, и получится какое-то непонятно что. И поэтому хотелось бы вам немножко подсказать о том, что актерское мастерство имеет очень большое значение в исполнении танца. В исполнении танца оно другое, чем на сцене драме, там, драматургии. Вот, например, если вы берете, допустим, какую-то композицию, прежде всего, если вы берете песню, обязательно надо знать, о чем говорится. А то получается, мы там поют за упокой, а мы улыбаемся и танцуем. Там поют про колхоз, про баранов, а там и довольные такие, и там и так далее. На это будет обращаться внимание. Если кто пока еще не может это сделать, возьмите инструментальную часть и слов. Тогда с вас снимается все обвинения, потому что вы работаете под мелодию.
То есть я, ну, под инструментальный счет. И хотелось бы ваше внимание обратить на то, что ради Бога, девочки, большая просьба, не берите академические произведения. И не ставьте танец балет. Передам все-таки не присуще абсолютно. Если будет какое-то шоу, вот у нас номинация шоу, статья Павла, да, будет шоу, можете там что хотите делать. Хотите танцуйте под Арама Хачатуряна, хотите под Венский вальс, хотите под что танцуйте, это допускается. И только вот тогда вы можете всякие арабески делать, кидать батманами. Вот это отпадает. Теперь что еще? Заработайте с девочками индивидуально. Потому что девочка, которая хочет стать, то есть хочет быть похожа на педагога, вы у нас вчера было с этим девушкой. Одна девочка вообще потерялась, и она получила взятку. Так, вот я все сказала, да, и постарайтесь, пожалуйста, подбирать нормальные, обычные нормальные костюмы. У вас за это никто, если вы должны обычный передачный костюм, а что это вам присуще? Юбка, солнце, она прекрасно дает работу, не мешает. Юбка и лиф обычный, как шьется. Все, вот это вот считается оригиналом костюма Беридаса. И теперь постарайтесь избегать бархатных всех этих дел, все помешались на бархате, девочки. На саиде в бархате. Где вы видели, чтобы на саиде простая деревенская девушка выходила танцевать в бархатном платье? Ну, у нас еще идет уже перебор, конечно. Мы хотим сразу все, как говорится, минуя капитализм и перейти сразу в социализм. Это никогда не бывает. У нас менталитет такой, мы сразу все понимаем. Он приветствуется. Берите обычный простой материал, чтобы хорошо выглядел. Изучите все это, какой цвет и так далее. Все вот эти атрибуты, которые присущи любому направлению. Чем больше будете вы его нагружать, и тем больше будет вы будете терять. Сама простота, выдержанность, вот это и есть исполнение костюма. А если в русском танце кокошник, он же не везде, правильно тоже. Вот. Значит, здесь нужен кокошник, значит кокошник. Там еще что-то нужно, значит что-то. Это нужно, значит это. Вот это вот надо сделать. Теперь, что еще? Вроде бы я все сказала, девочки, понятно, да? Я не могу пропустить вот что, девочки, когда у нас будет соревнование, значит, чемпионат для начинающих, для любителей, для профессионалов и для детей, пожалуйста. Вообще, мы хотели знать, может, назад отойду, против, мы решили, как значит, приняли такое положение, дети не давать там. Ни в коем случае я не давала. Чего, пожалуйста, сядьте нормально. Вы на занятии. Не давать барабаны по-русски. Потому что, девочки, по физиологии ребенок очень неразрел. Вы знаете, что все кости слабые. И вот эта тряска, она в первую очередь чревата женским органом, почкам. Когда трясешь, вот это все слабое, она опускается и деформируется. Это уже доказано, не надо. Давайте народные танцы. Пусть прыгают, пусть играют. Вот. Пусть палочкой там что-то делают. Давайте сагаты. Вот и можно давать для развития ритмики, можно давать это даже приветствуется. Ни в коем случае. Так, я бы хотела еще сказать, что в переходном возрасте, когда у нас
основной состав некоторых по 90% является молодежь. От 10 и до и выше, да, до 15 лет. Вот теперь вы разберитесь, пожалуйста, в этом вопросе. Во-первых, психологическое состояние переходного возраста это очень трудно. Мы сами сейчас прошли. Пока девочка не созрела, тоже чревато давать такие махровые барабаны. Мы можем спровоцировать остановление всего, то, что именно физиологическое отношение. Вы, откровенно скажу, можем вызвать ранний цикл, или же вообще ее остановить. Вот на это надо очень большое внимание обращать. Почему? Потому что мы на семинарах, которые проводятся два раза в год, весенняя и осенняя сессия, у нас считают на эту тему профессионалы-медики, физиологи. Очень жалко, что вы их не посещаете. Я бы хотела, чтобы мое такое желание, чтобы вы посещали, потому что это будет вам на пользу. В Москве семинары проходят неделю, каждый день. Следите на сайте. По отношению к детям, молодежи давать очень аккуратно, если даете табу. Так, еще что. Детям не давать партнера ни в коем случае. Ни в коем случае. Партнер дается турецкому. Вот я теперь плавно перехожу к тем. Вот то, что вы берете турецкую музыку и танцуете, вот то прям доказывается, что это турецкий танец. А он же танцует, на самом деле исполнитель танцует обыкновенный, смешанный танец. Нужно отличать турецкий танец от ливанского, от египетского стиля. По своей сути нет турецкого танца, девочки, или танца. Нет ли. Почему? Потому что он в таком гибридном состоянии сейчас находится, они оттуда взяли. Они сами это признают книги, народные танцы, но ни в коем случае не так. Вот я хочу обратить внимание, остановить внимание на том, что кто знает, что такое, вот как исполняется, допустим, турецкий танец. Будьте любезны, покажите, что это. Дети восьмых, они в основном скачут. Ну, их народы видели, да, цыганские. Ну, и вот на этот ритм они все делают. Значит, есть еще, спасибо. Есть такие отличительные черты. Когда турецкий танец танцуется, у них обязательно вот эти удары. Тогда, когда начиналась там война, оттуда все танцуют.
unreasonable business, где бизнесмены у нас всегда вряд ли могут денежку включить, вот и это сюда прибилось в Корее. Нам нужно знать историю Гильда Салимана. Значит, начинателем этого направления была Надя Камаль. Есть у нас в Египте была Саня Камаль и Надя Камаль. Они совсем... И танец ливанский сам по себе, он, как вам сказать, он уверенный, он точный. Он отличается тем, что удары у них четкие, сильные, нет, и они не работают вот в таком положении. Они работают вот в таком корпусе, вот в таком положении, и работают, и бьются бедрами точно. Не сильно в сторону, пас! Раз почувствовали вот этот треугольничек. Раз почувствовали вот этот реброчек. Раз.
И теперь, когда делаете движение, значит, фронтальную волну, фонтаст, то есть вперед, вы вот ощущаете вот это место и работаете. Видите? Раз, два. Извините, пожалуйста. Вот мы работаем. Ручки при этом должны быть вот такие. Ощущение того, что вы всегда как будто держите сагаты. Широкая ладошка. Вот она. Вот такая ладошка. Скажу почему. Потому что вы должны ощущать кончики всех своих пальцев. Вот это у нас средний палец, он дает основную стержень руки, движение баланса руки. Поэтому, девочки, ни в коем случае не делайте такие большой палец, не убирайте как-то на подмышечками кулачки. Назад. И ощущение, что у вас в руках мяч, теннисный мяч, да, такой? И вот положение руки вот такое, вот мяч держится, не сильно вот наверх и не сильно вниз опускается. И мы работаем. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ручки шеи. Ни в коем случае не добавляйте вот это. Ни в коем случае. Коленочки у нас должны быть слабенькие, не согнутые. Вот. Упорно-опорно держимся на ногах. И положение ног чуть-чуть смотрим под на диагональ пальчики. Обязательно расстояние. И мы работаем. Пошли. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Когда мы это движение делаем, показываем, смотрите, у нас идет сразу. Раз, фиксируем вот эту часть. Затем этим треугольничком мы поддаем вперед корпус. Затем начинаем работать. Выше желудочка, вот этот треугольничек, да, где солнечное сплетение. Толчок такой, этим вперед, а вот треугольником на спине назад. При этом коленочки чуть-чуть сгибаются. Раз, убираем животик и доходим до нашего аэродромчика, да. Коленочки при этом самовольно, они непроизвольно согнулись. И теперь мы отталкиваемся от пяточек. Опять же, раз, два, три. В последнюю очередь приводим в исходное положение расслабленные коленочки. Вот здесь у нас позвоночник работает спокойно и нормально. Вот это основное. Вы разгружаете свой позвоночник и работаете. Значит, в ливанском стиле руки. Раз. Затем два. Идет. Раз, два, три, четыре. Здесь прокрутились. Ручка пошла в сторону. Обозначили. Допустим, бедро ушло. Пока точка рука назад. И красиво вернулась. Ни в коем случае не надо крутить. Это азия. И не надо вот здесь вот крутить. Допустим, если мы берем, возьмем проходку вправо с волной фронтальной, да? Вот у нас ручки идут. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8. При этом мы фронтальной волной работаем. Ручки остаются вот в таком положении. Затем вокруг себя фронтальная эта волна. Мы делаем шаг правой ногой по четырем точкам.
При этом рука идет и раз, два, три, четыре ручки наверху. Теперь на диагональку чуть-чуть то же самое. Пять, шесть. Теперь мы переходим на ключ. При этом у нас ручки вот делают вот такой домик, навесик. Сразу с тыльной стороной и вот как будто вот от себя. Затем локоточки идут вдоль туловища. Вот на талии мы его выводим назад и опускаем. Доводим до положения 4. Ведь между 4 и 3. 4,5 или 3,5 будет так. И опускаем вниз. В совокупности это будет проходить вот как. Я вам сейчас сама покажу. Посмотрите, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим на ключ. У нас открыто бедро. Вот ручка. Встали на ключ, ключ может быть, ручки вот в этом положении, значит, и работаем. Открываем от локоточка, закрываем локоточку, открываем от локоточка, закрываем локоточку. У нас получается и дум, тек, тек, дум, тек, дум, тек, тек, дум, тек, дум, тек, тек, дум, тек. Дум, тек, тек, дум, тек. Какой ритм? Молодцы. Вот. Весь танец, основной ритм, это везде есть басок. Это базовый ритм, на котором надо работать. Вот мы работаем. Видишь, ручка может быть вот здесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Точно так же идем вправо, влево. Дум, тек, тек, дум, тек, 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 дум, тек, тек, дум. Левая ножка назад. Это выходит на ключ. И вот работаем. Thank you.
Thank you.
основное положение ног. Опора на колено ступ. И вот. Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть троечкой. Вот ягодицами вперед. Раз, два, три. Неполное выпрямление колен. Раз, два, три, четыре. Пошли, работаем. И ножка. Шаг, приставила. Шаг, приставила. Шаг, ножки туда не идут, приставила. Шаг, приставила. У меня отношения нет, потому что голова будет стоять на месте, или с какого места отклоняется назад? Она вместе с туловищем отклоняется назад. Подбородок такой сдержанный, он должен быть сдержанный. А значит нет, потому что насколько мы сильно будем отклоняться или на месте? Если вы будете правильно работать, ваш коленный стоп не даст вам сильно отклоняться. Вот это место. Если вы будете правильно делать, видите, когда мы его делаем? Раз, два. Вот если уже пойдет, это уже перебор пошел. Начинает вот эта мышца вовсю тянуться. Сразу мышцы вам надо узнать, что это не так. Никогда не надо насиловать свои мышцы. И работаем. Пошли. И шаг. Оп. Шаг. Оп. Шаг. Видите? От пяточки отталкиваемся на носочек. Получается наоборот. Оп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом. Айва. А. Айва. А. Айва. А. Айва. А. Так как пружине стоят. А. Айва. А. Айва. А. Раз, два, три, четыре. Пяточка, пяточка. Оп. А. Айва. А. Айва. А. Айва. А. Айва. А. Айва. Не сильно, не сыграйте их еще. Берегите свои
нервы. Любой удар пяткой сильно отдаётся в голову. Затем идет. И показывают еще одно движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Подбили. Пять, шесть, семь, восемь. И у нас идет. А.
два. Нежная, да? Женская партия была. Это общая партия была. При постановке добавляются вот эти вот женские. А костюм? Да, костюм. Костюм, значит, девочки. Шарманчики. Вот такие. Рубашечка. Сюда. Нет, рубашка. Рубашка такая, не косоворотка, а вот эта. Да, вот такая вот. Вот отсюда. Здесь фигарошка. Фигарошка такая. И здесь это чалма. Это у женщин очень одинаковые. Одинаковые. У женщин еще может быть юбка. Юбка, снизу, как платье. На нее одета такой, как вам сказать, как... Есть варианты в Тунисе, одеваете такую накидку сверху. Ну, у нас в Тунисе сзади широкая, а теперь юбкая, да? Вот такой вариант, как у мушкетеров. Одеваете сверху и подвязываете чалму. Это зависит от... От района, где они работают. Свет, конечно, имеет. Всегда придерживаются закона. Подождите, я отвечу на вопросик. Нужно придерживаться законом песков. Понимаете? В датке нельзя красный цвет делать. Ярко-коричневый, белый, такой, как вам сказать, блеклый. Голубой, ненавязчивый такой, серый. А какие вот можно? А, не можно. Вот это сейчас можно. Зеленый нет. Зеленый, он присущ только белитанцу, девочки, и другим народам. Саиди, хариди, вот, кроме дабок. Дабки это выдержанный стиль. Он такой же почти похож, почему у него есть плетение с Грецией. Вы создатели. Да? Вот. А у нас идет раз, два, три, четыре. А что, вот видите, какое сплетение идет? А у нас на Кавказе делают раз, тумпак, раз, тумпак на полупальце. На пальце становится, работает. Вот. Вот это сплетение идет. Ясненько, девочки. В датках, пожалуйста, датки вы придерживаетесь закона песков. Да, да, саиди, именно саиди. А? 6, 8. 6, 8. Да, нет, он идет, ну, квадратом идет, квадратом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, на 8 идет, а есть на 6. Но, вы знаете, надо каждой датке, каждый привез, например, в Ираке совсем столько всего подводных камней в Ираке. Это же арабская музыка, девочки. Она может быть четвертью закончится, может наполовину закончится, поэтому для этого есть табла. И в датке всегда поет мужчина. Или есть выкрики. Вот это и дает перевод и акцент на сильную долю. Да, то есть я вообще, я слышала, как бы разные дамки. Разные ритмы. Разные ритмы. Нет, если, смотрите, ливанская работает. Да, вот он перебор. Там переборы. А в чуби он идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз. Два, он сильно бьется. А сирийская тапка, она и вот раз, два, три, четыре, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да, умели. Считается самой приемлемой иракская чубия и ливанская тапка. Ливанская очень темпераментная, с переборами, а чубия иракская, она выдержанная, монументальная и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я опять продолжаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему?
очень много тех, которые из себя кого-то хочет. Вы слушаете тех специалистов, которые... Нет, они же ирландцы. Ну и что? А почему вот так? Я тоже я слушаю. А вопрос такой, я отвечу, извините. Вся работа русские, вы все можете танцевать барину? Нет. А? Все можете танцевать? И можете этот самый, как его? Ливанцы, сирийцы, иранцы все. Алкоголь. Ну я была